Ну а теперь еще один полезный совет от дядьки Прота. Значит, смотрите, мы свалили с вами толстые деревья, нам их нужно вынести. Для чего могут понадобиться? Допустим, на реке промоина, бросить как мосток и перейти по ним. Ну, может, вы избушку какую-то затеете строить. Может, тащите откуда-то сушняк, где его не было, к своей стоянке. Да неважно, придумывайте. Задача, как по глубокому снегу это все вынести. Потому что и так ноги подымать, а если вы еще по-богатырски, как это показывают, меня просто умиляет, волокут на плече, значит, эти бревна, ну, дети Шварценеггера, короче. Все делается гораздо проще. Особенно если у вас есть рюкзак, уже на многих рюкзаках, да практически на всех, есть вот такие кольца. Если их нет, сама лямка служит этому делу. Показываю. На ширине вашего корпуса расположены бревна. Здесь и здесь завязано стремя. Все. Значит, что мы делаем? Становимся перед этой веревкой. Продеваем и поднимаем вот эту веревочку на уровень пояса. Видно, да? Значит, чтобы, когда человек идет, у него работает этот сустав. Бревно должно быть поднято вот сюда, чтобы она не била вас по тазовой кости и не мешало ноге делать полный подъем. Вот сюда оно выводится. И здесь точно так же. Вот эта веревка выводится на уровень вашего ремня или пояса рюкзака. То есть все, мы ее здесь подцепили. Здесь подцепили. Ну и здесь завязываете узлом, который вам наиболее симпатичен и считается для вас надежным. Все. Руки свободны, вы можете взять палку для того, когда вы идете по снегу, по глубокому, желательно, чтобы у вас была палка, но когда вы идете, допустим, с этими бревнами, палка особо не нужна, потому что вы и так будете устойчивы, потому что за вами будет тащиться вот такая шняга, а руки будут удобно лежать здесь. Обратите внимание, где находятся руки. Нигде не задраны никуда, свободно расслаблены. И это помогает вам именно двигаться, перетаскивать груз по сугробу. Основная нагрузка ложится на плечи, что не давит, и на вот эту часть, когда вы упираетесь, тянете. Поэтому вы совершенно спокойно можете перетаскивать довольно-таки тяжелый груз. Если вот так мы идем по прямой, это понятно. Если нам нужно зацепились, развернуться, смотрите, мы всегда можем довернуться до уровня бревна и куда-то его перебросить с одной и с другой стороны. Все. По такому же принципу делаются аварийные волокуши, если вам нужно вытаскивать тяжелый груз или, допустим, пострадавшего. Вот примерно это выглядит так. Даже когда нужно было развернуться вокруг деревьев, это не мешает, потому что опора на плечи и тяговая веревка здесь. Вот и все. Пользуйтесь, пока. Снимается вот так. Одним движением.